Ну, в каких странах? В разных? В каких разных? Куда ездил? А вы на чём? В Италии был? Да. В Италии, в Сицилии. Сицилия рядом с Италией. С мамой, да? На чем вы ездили? На машине. На повезло. На поезда. Молодец. На чем? На трамвая. В общем, кто едет, тот и вас везет, да? Автостопом, да? Не только. Нам. Дают. Дают. А кто дает? Туристы. Нет. А одни люди нам просто так дали. Из работы. Понятно. А вы где живете? Возле моря живем. Понятно. Или реки. Ты на море купался? Плавать не умеешь? А вы здесь в речке не купались? Купаюсь. Холодно же. Купаюсь. Ну и что? А что, грязным ходить, да? Приходится да. купаться. Приходится. Куда вы потом поедете с мамой еще? На Алтай. Мама хочет на Алтай? Мы там. Алтай поболтай. Там Байкал озеро есть, да? Слышал, нет? А как же ты учишься? А ты азбуку знаешь? Ему только 5 лет, он еще выучится, да? Да, я в школу не хожу. Понятно, в школу тебе рано еще. Да, в школу рано. А ты не ходишь охотиться, как Маугли здесь, на зайцев? Не умеешь охотиться, как Маугли на зайца? А он не знает, кто такой Маугли, да? Маугли, Маугли это мальчик маленький, которого волки воспитали, который в волчьей стае вырос. Да. Да. Ну, у тебя друзья есть? Нет? Аларина. А? Ближе к трассе. К трассе? Там живут? Ляргор. Это что, имя такое? Йоргорд. Это кто такой Йоргорд? Ну, где у Ларина. У Ларина? Да. А, внизу там. Где, да. где? У Ларина. Ну, понял. Где яблочный сад? Проходи ближе. Там ваши друзья? Да. Там дом такой стоит. Кто-то мальчик или девочка? Мальчик один. И две девочки. Ты с ними играешь? А, мама твоя что там отдыхает, сидит? Медитирует, наверное, да? Да. А ты умеешь медитировать? Мама учила тебя? Хлеб, лаваш. Лаваш. А лаваш еще там. Бывает армянский лаваш, а это кавказский. Я знаю, тоники бывают. Молодец, ты шаришь вообще-то. Понимающий, говорил. Ну, он же столько уже повидал в жизни. Он же был везде, и на Сицилии, а я был за границей, и во Франции, и в Голландии. Ты? Не был. Ход. А ты побывал уже везде. Расскажи, расскажи, как ты был в Сицилии, что ты там видел. Что ты тебя нужно занять, да? Так что-нибудь интересного расскажешь, что ты видел? Машины всякие. Иномарки, да? А? Иномарки, форды, кроссворды. Машины, говорю, иномарки разные, да? Иностранные машины. Никита, а когда лучше, летом или зимой? Здесь летом не был. Не был? Два раза уже. Здесь много туристов. Ты туристов видел? Как ты считаешь, лучше бы их не было? Или пусть ходят?
что мы скоро в общагу идем. Да? Ну, куда вы идете? Сначала на... Куда? Сначала на широкую щель. Потом уедем... На Алтай, Алтай. Присказка такая. Алтай, Шалтай, Болтай. Да, юмора просто так говорит. Ну что, перекусил? Иди гуляй дальше, мы посидим, пообщаемся, ладно? Не мешай нам. Спасибо за общение. Конфету возьми. Пока не хочу. Потом придешь, возьмешь. Ну потом посмотри. Ветер поднялся сильный. Тебе не холодно босиком? Скажи, ну, что, скажи, я закаленный, да? Нет, я закаленный. Молодец. Ночью холодно, да, спать? М? Ночь. Вы что, костер разжигаете? Где? Когда холодно. Вы в домике там живете или где? В домике. В домике? Ай. Смотри, ты порежешь ногу, так как опасно лазишь. Не надо так. Никита, делать. Знаешь, ты как Маугли. А где ты такую тяпочку-то отхватил? Нашел. Хорошая. Смотри, ты... Валялась. Ну да. На траве. Если не нужно, надо взять. Хорошо. И работать. Да. Туристам нафига тяпка? Они тяпку. А? Туристам зачем тяпка? Это кто-то потерял. Рабочий. Знаешь, здесь тоже некому копать, огородов тут нет. Тут горы. А будет. Если бы вы тут долго жили, вы бы огород разбили, да? Кто? Вы. Что будете сажать, если будет огород? Что? Что растет? Семена. А что растет, ты знаешь, какие овощи? Укроп. Еще какие овощи знаешь? Картошку кушаешь? Да. Пюре там жареное, да? Пюре? Пюре знаешь, что? Жареное нет. А пюре знаешь, что такое? А пюре? Ел? А картошку фри кушал? Ты же был в Европе. Как? Не знаю, что такое картошка фри. А в Макдональдсе был? А? Макдональдс. Ресторан Макдональдс. В Москве был ты? Да. Проездом. В Москве был? Проездом? На вокзале? Да. Ну, и Макдональдс. Там по всем дорогам почти маршрутка милицейская едет. Какая маршрутка? Милицейская. Полиция? Милиция. А полиция? Как? А в Голландии полиция, да? А в Голландии я не видел, чтобы ездила полиция. Да? А ты маленький был, наверное, не помнишь. Ты же давно в Голландии был? 5 лет тому назад. Когда родился? Да. Понятно. 5 лет. Значит, Макдональдс ты не знаешь. Биг Мак знаешь? Биг Мак нет. А хот-дог? Хот-дог нет. Только лаваш? Не только. Жалко, что твоя мама пирожки не умеет делать. А пирожки? Умеет! А с чего? Еще как. А с чего? С мясом нет, не делает. Ну с картошкой умеет? С картошкой она не делает. А с чем? С луком? Там лук, свекла, морковка там, по-моему, все. С капустой, да? Капуста, знаешь, что это капуста? С капустой она мне тоже не делала. А борщ, знаешь, что это борщ? Да, да? Мы делали. А какого цвета борщ? Цепольного. Молодец, а судьба какого цвета? Цепольного. Правильно, молодец. А машинный светофор тоже красный,
Желтый. Стоп. Да, дальше. Зеленый? Ехать. Да. Оранжевый предупреждает, желтый моргает когда. Значит, подождите, или переключается они, значит. Он посередке, понимаешь? Оранжевый посередине. Красный и зеленый сверху, снизу. То есть предупреждает, что скоро переключится. Какой-то такой. Молодец, смотри. Ну ты в школу не пойдешь, да? Пойду. Ты уже все знаешь. Когда? Не знаю, пока не знаю. А когда ты, куда ты, где ты будешь в школу ходить? В какой стране в школу ходить? Наверное, в Сибири. А это где? В Чикосе. А где Чикоха? Чикос. Чикос? Чикос. Чикос где? А. В России? Ближе. В России, да. Ближе здесь, к последней остановке. А, тут. Чикос. А, Чикос. Понятно. Вы были там? Я думала в Техасе. Чикосе. А в Техас не поедете? В Техас я не знаю. В Америке вы не были? Были. В каком городе? А, ну, не вы только по Европе? По Европе, по Голландии, по Швеции. А в Узбекистан я не могу ехать. Знаешь почему? Нет. Потому что я в мамин узбекский паспорт не вписан. Я вижу, ты раскосые глаза у тебя. У тебя папа узбек был, что ли? А? У тебя папа узбек был? Мама узбечка, да? Мама из Узбекистана? Да, родом. А что? Я из Голландии. А что, она не может тебя взять с собой как сына? Нет. Я не вписан в ее паспорт. Второй раз говорю. Тебе нужно загранпаспорт, чтобы ты в Узбекистан попал.